Всем привет, народ! Канал Покашеварим, и сегодня рецептик. Годный рецептик, который вы любите. Такой, знаете, майонезный, кстати. С Днем Святого Мазика всех поздравляю. Он именно сегодня, а еще вчера и завтра. Вот такие дела. Я назвал этот рецепт душевный хот-дог. Да, потому что у нас будет слоеное тесто, поэтому он душевный. Тесто это всегда душевно. У нас будут сосиски и всякое такое. В общем, покажу вам метод приготовления хот-дога, который, может быть, кто-то возьмет на вооружение. Погнали! Перед тем, как мы начнем готовить душевный хот-дог, я хочу душевно посоветовать вам душевный канал, который называется Обжорники. Канал Обжорники – это канал про еду. А про что может быть еще канал, который называется Обжорники? Там Дмитрий, ведущий и автор этого канала, вместе со своими друзьями, иногда с супругой, иногда сам, показывают простые и понятные рецепты. Иногда дома могут снимать, иногда на природе где-нибудь, на рыбалочке, с красивым видом какой-нибудь речки. Мне нравится острое. Мне нравится острое? Да не пиши мне ничего в комментариях больше. На канале вы увидите и душевные обзоры, так что ссылочка в описании, переходите, подписывайтесь, ставьте ребятам лайки, а ребятам я хочу от себя отдельно посоветовать, все хорошо, все душевно, я посмотрел, мне понравились вот эти вот уха на природе, там все вот это вот очень хорошо. Звук, ребята, сделайте звук, и сразу станет абсолютно другое восприятие вашего контента. Обжорникам удачи, подписывайтесь на ребят, поддерживаем, а мы готовим душевный хот-дог. Начнем с подготовки ингредиентов. Ребята, мы готовим хот-дог, напоминаю. Соответственно, добавляем все, что мы любим в хот-доге. Вот я, например, огурцы в хот-доге обязательно люблю, поэтому я маринованные огурчики добавлю. Можно соленые. Второе, что я очень люблю в хот-догах, и всегда, если где-то покупаю хот-дог, прошу добавить мне лука-фри. Поэтому я сделаю сейчас лук-фри. Очень просто, на самом деле, делается. Мы берем просто луковицу, вот так вот ее нарезаем. Вот так вот, смотрите, делаем мукой. И что? И правильно, и вот сюда лук. Лук прям в муку. Вот так вот, смотри. Нам надо, чтобы лук был весь испачкан в муке. И теперь мы обжарим это в масле. Вот так вот, в маслице. И будем обжаривать до золотистого цвета. Вот, смотрите, лучок приобретает уже цвет такой душевный. А у нас сегодня душевный хот-дог, напоминаю. Соответственно, жарьте до того момента, как вам по кайфу. Вот, мне кажется, я еще хочу немножко его поджарить. Оп. О. Слоеное тесто, друзья мои. Вот такой вот пласт, мы его... Еще раз катаем. Вот так вот, по три сосиски. Соусы по желанию, какие хотите. Я всегда, если покупаю хот-дог, мне говорят, что класть. Я говорю, все кладите. Вот все, что есть, то и кладем. Кетчуп, майонез и горчичка. Я перебарщивать не буду. Горчички так вот просто фрагментарно где-то наложим. Засыпаем сыром. У меня еще есть сыр пластинками, моцарелла. Я его тоже использую для дополнительной тягучести. Маринованные огурчики. Хрустящий лук. Теперь будем собирать по принципу косички. Мы с вами когда-то делали рецепт шоколадки примерно в таком же формате. Это получается очень красиво и вкусно. Наша задача теперь все это собрать крест-накрест. И все. Концовочку мы абсолютно рандомным образом закрепляем. Это просто взбитое яйцо. Поэтому я не стал показывать. Вы и так знаете, как взбивать яйцо. Альезон. Я не мог не посыпать орегано. Это орегано, друзья мои. Если есть какой-нибудь кунжутик для красоты, можно вообще совместить вот так и кунжут, и орегано, все вместе, и будет бомбически. Так, душевно отправляем в душевную духовку минут на 20 при 180 градусах. Оба-на, 20 минут, посмотри.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как бы так перенести и не упороть. Оп! Попробуем распилить наш шедевр. Я так скромно, конечно, его называю шедевр. Ну, потому что клевый он, чё. Вау! Ну что, наша любимая часть, да, дегустация. Ну круто же, я не знаю, кто из вас не хочет такую штуку попробовать, а приготовить ее элементарно, так что возьмите и попробуйте, че вы. Мега хот-дог. Так. Да огонь, че. Вкусный сыр, сосисонный, хороший, кстати. Хоть и по акции, из ленты. Вкусные сосиски. Слоеное тесто бомбически подходит к сосискам. Так же, как и сосиски подходят к слоеному тесту, а сосиски вообще подходят, в принципе, к нашей с вами жизни. Я сосиски люблю, я не знаю, как вы к ним относитесь. И хот-доги мне нравятся. Очень душевно, очень вкусно. Экспериментируйте, хотите грибочков добавьте, там, не добавляйте лук. В общем, что хотите, то и добавляйте. Вот в таком формате запеченное что-либо, оно всегда становится клевым. Спасибо за просмотр, надеюсь, рецепт пригодится. Если так, то ставьте лайки. Если не пригодится, все равно ставьте лайки. А если вам, как обычно, кажется, что по кашеварим готовят какую-то херню, я даже спорить не буду. Можете поставить даже дизлайк. Ну а что делать? Ну мне захотелось. Я всегда действую по своим желаниям, да. Меня никто не может заставить что-либо снять. Вот так-то. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Вот он, кстати. У нас теперь такая штучка есть, а? Подписывайтесь на канал.